Праздник шопоголиков. Сегодня черная пятница, везде скидки. В данном молл они достигают 90%. О покупках, покупателях и предпраздничном настроении. Как прошел этот день в торгово-развлекательном центре в нашем репортаже. Праздник больших покупок уже стал традиционным и ожидаемым. В черную пятницу в крупнейшем в стране торгово-развлекательном центре «Дана Молл» скидки. Магазины предлагают до минус 90% на любые товары. Именно поэтому много людей. Скидки – это всегда приятно. Естественно, скидки стимулируют к покупке, особенно детям. Хочется чего-то праздничного. Если присутствует скидка, это вдвойне приятно. В этом году в традиционном празднике шопоголиков участвуют большинство магазинов, бутиков известных брендов. На ювелирные изделия скидки достигают 80%. С каждым годом «Черная пятница» набирает обороты. Конечно же, мы учитываем это, мы учитываем повышенный спрос, поэтому заблаговременно мы наращиваем ассортимент. В этом году в торговом центре «Дана Молл» мы открыли наш новый флагманский магазин «Царское золото». Мы открыли его непосредственно в преддверии «Черной пятницы». 5 ноября состоялось открытие. И на текущий момент, да, мы действительно можем похвастаться небывалым ассортиментом и уникальным ценовым предложением. Коррективы в работу магазинов внес коронавирус. В «Дана Молл» максимально соблюдают все меры предосторожности. Масочный режим действует неукоснительно еще с весны. А забывчивым покупателям напомнят о необходимости его соблюдения и снабдят маской. На входе установлены две кабинки дезинфекции. Асептические средства есть в каждом магазине. Средства навигации призывают соблюдать необходимую социальную дистанцию. «Дана Молл» традиционно преобразился к предстоящим праздникам. «Черная пятница» дает старт рождественским и предновогодним распродажам. А создавать праздничную атмосферу помогает новый антураж торгового центра. В главном атриуме установлена потрясающая новогодняя ель. Как всегда, невероятной красоты. Праздник выгодного шопинга разворачивается прямо в эти минуты, и у каждого из нас еще есть возможность в нем поучаствовать. Мы приехали в Беларусь пару дней назад, и мы обязательно сделаем покупки. Это же «Черная пятница». Иначе было бы неинтересно. На бытовую технику, на мебель, на ювелирные украшения, конечно, тоже. Да. Это важно. Хочется что-то присмотреть такое к Новому году себе. И такая возможность есть. «Дана Молл» по-прежнему задает тон. И именно здесь все бренды. Ваше хорошее настроение, выгодные, полезные и приятные покупки. Спешите, покупайте. И «Дана Молл» ждет вас. Акция «Черная пятница» продлится до конца следующей недели. Алексей Кряхвин, ОНТ.